медленно-медленно, но идет. Крутил, вертел, грел, заливал, что только не делал, но в итоге все равно сломал. Ну вот так потихоньку центруем. Вот это нормальное отверстие, прям по центру. Всем привет, друзья! Как выкрутить шпильку? Шпилька ржавая, держится на честном слове. По-нормальному гайку на нее не накрутишь. Попробовал прикрутить вторую гайку. Обварил гайку. Попробуем открутить. Погреем, не откручивается пока. Так, ничего не приваривается. Да и я сварщик еще тот. Вот тут такую шишку наварил. И газовым ключом немного пошла. Сейчас залью ВД-40, отмочу немножко. Я думаю, открутится. Вот эту придется высверливать 100%. Медленно-медленно, но идет. Стараюсь в натяг, чтобы не сломать. Ролик не обучающий, просто показываю процесс работы. Каждый волен выкручивать так, как он хочет. Левым сверлом, экстракторами. Тут, в общем, как пойдет и как получится. Все способы хороши. В крайних случаях придется высверливать. Вот этот верхний буду высверливать. Сейчас немного обратно, потом опять вперед. И вот такими мелкими шагами, пока она не пойдет более-менее легко. Остатки ВД-40 сейчас постоит, наверное, открутится. Так, остальные более-менее нормальные шпильки. Видно, понемножку ходит. Чуть-чуть сдвигается прямо. Обломил шпильку. Гайку ниже опустил. Сейчас проварю. Буду дальше откручивать. Крутил, вертел, грел, заливал. Чего только не делал. Но в итоге все равно сломал. Сейчас приваривать ничего не буду. Буду сразу высверливать. Сначала тонким сверлом, потом немного толще, ну и так далее. Берем дюбель. Здесь я уже накернил. И вот здесь тоже. Желательно точно по центру и сверлить ровно. Вот так по центру, аккуратненько, не спеша. Я вон отметил длину примерную. Вот на эту глубину и будем сверлить. Ну вот два отверстия сделал. Сейчас сверлом на 5. Ну вот так потихоньку центруем.
Вот это нормальное отверстие, прям по центру. Похоже, здесь ремонтная шпилька, что ли, была. Как будто потолще. Или мне кажется. Но сейчас сверло на 6. Здесь по возможности отцентровал. Попробовал отогнуть края, ничего не отгибается. Не стал мучиться. По идее, под резьбу на 8 надо сверло 6,7. Но я сделаю 6,5 и попробую нарезать. Так, 6,5 просверлил. Наворачиваем аккуратненько резьбу. Вполне себе неплохая резьба получается. Вот и все, друзья. Высверлил и нарезал новую резьбу. Ролик не обучает. В общем, откручивание обломанных шпилек и болтов каждый раз может быть по-разному. Иногда хватает просто нагреть шпильку. Иногда получается сваркой. На этот раз у меня сваркой не получилось. Иногда можно высверлить экстрактором, выкрутить. Но вот на этот раз получилось только высверлить и нарезать новую резьбу. Пишите комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока!